просыпайся. Я иду к тебе. Так. Так, так. Ну, вставай. Вставай. Я жду. Ах ты, хитрюля. Не спишь. Вставай. Через полчаса нужно в школу. Вставай. Меня папа отвезет. Нет, папа нет. Он не ночевал? У него такая работа, ты же знаешь. Вставай. Мое солнышко. Просыпайся. Ну, просыпайся, котик, просыпайся. Просыпайся, Игорь. Тебе надо проснуться. Соколовский? Что? Похож. В сводке сексуальный маньяк объявился. Даня, а ну-ка посмотри. Точно мажор. А что он творил? Ночью бегал голый. Потом напал на женщину в автомобиле. Да, по идее, не схоже. О, Вик, не поверишь, чем наш мажор по ночам занимается. Пьет. Ну, это само собой, а потом он... Так не до шуток. У нас труп. Собираемся и поехали. Соколовский. А? Собираемся. Давайте, поехали.
эталон на перегар. Шато Шабле. Так, для коллекции. Игорь. Я в порядке. Ладно, тогда к делу. Квартира сдается. Соседи услышали трупный запах. Участковый связался с хозяйкой. Здрасте. Здрасте. Второй этаж? Да, второй. Сегодня утром квартиру открыли. Здрасте. Да, подозреваю, что мы там увидим. Здрасте, Иван Петрович. Вы даже не подозреваете, что там увидите. Доброе утро. Здрасте. Ну и что тут у нас? Скажу вам, Виктория Сергеевна, что в квартире больше ничего нет. Нормальных отпечатков ничего, только тело. В руке что-то зажато. Телефон. Я не трогал пока. Причина и время смерти? Дня три назад. Позже скажу точнее. Причина смерти, ну, тоже пока не готов сказать. Странно все это. Что странно? То, что мне показалось. Пока не готов озвучить. Хорошо. Хозяйка квартиры где? Была на кухне. Чашки нет, видите? Почему? Мою вывезла жалко. Так квартиру сдаю. Так это жилец. Жилец. Теперь и запах будет. Кто квартиру снимет? Не дай бог, еще привидение заведется. Скажите, он давно у вас квартиру снимает? Дней 10, как и вы знаете. Такой приличный с виду молодой человек. Но кто знал, что вот такой вот вытворит, а? А есть у вас его паспортные данные? Да, конечно. Я все переписала. Только у меня все дома. Ведь я к вам прямо с работы приехала. Распишись. При меня на работе будут неприятности. Хорошо, тогда вы сейчас приедете с нашим сотрудником. И... Да это здесь при чем? Я, честное слово, ничего не знаю. Клянусь, вас никто ни в чем не обвиняет. Сейчас вы проедете с нашим сотрудником к себе домой. Нам очень нужны данные вашего жильца. Хорошо? Рамон, магний, похмелье, Игорь, помогает. Спасибо. Гуляешь по ночам? Да, дело молодое. Да не, просто пью. Дома один. Есть причины? Да. Из-за матери? Я в душу не лезу, у каждого своя. Мои советы для моей души тебе не помогут. Ну, попробуй. Попробуй работать. Работа, она от мыслей отвлекает. Всяких. Если помощь нужна, ты говори, не стесняйся. Знаешь, нужно. Жека привез договор. Тело принадлежит Симонову Андрею Викторовичу, 81-го года рождения, местный. Квартиру снимал? Снимал последние 11 дней. Ни хозяйка, ни соседи ничего не видели, ничего не знают. В квартире ничего не обнаружено. Вся надежда на вас, Иван Петрович. Ну, многим не помогу. В квартире ничего нет. Абсолютно. Из личных вещей телефон, расческа, пара тысяч рублей и ключи от этой квартиры. Отпечатки только Симонова и хозяйки квартиры, но немного. Причина смерти? Обезвоживание. В смысле? Симонов умер от жажды. Ну, там же в квартире вода была. Тем не менее, крайнее обезвоживание. Дней 5-7 не пил, не ел. То есть, получается, фактически с самого начала аренды квартиры? Может, болезнь какая-то? При холере бывает обезвоживание? Нет холеры и нет болезней. Просто не пил. Игорь, может быть, хочешь вопрос задать? Что?
У него тоже обезвоживание. Как бы наш мажорочек не загнулся. Очень смешно. Мне нечего сказать. Профнепригодность. Так и у меня вопросов нет. Просто ничего не понимаю. Телефон смотрели? Да. Ничего в адресной книге, СМС и тому подобное. Штук 5 входящих звонков с одного номера. Больше ничего. Отпечатки я снял. Они только Симонова. Так что пользуйтесь. Спасибо, Иван Петрович. Ну, скажете потом, что там самому интересно. Скажем. Новый, дешевый. Нужно пробить его историю по оператору. Сделаем. И узнать все про номер, с которого звонили. Жек, ты давай в квартиру, где был Симонов прописан. Все, что сможешь, узнай. Ясно. Чего сидим? Игорь, что-то случилось? Можно мне на пару часов уехать? Это ответ на мой вопрос? Нет, это просьба. Мне очень нужно уехать на 2 часа. Может, расскажешь? Лично. Ладно, 1,5 часа. Я сексуальный маньяк. Одну минуту. Нет, подождите, коллега. Я вам не коллега. Ну, я в смысле не маньяк-коллега, а послужный коллега. Про фоторобот я в курсе. На службе уже тоже все смеются. А сам живу здесь. Девушка, вероятно, видела меня пару раз, да и перепутала. Она же здесь живет, правильно? Работает там. В офисе допоздна задержалась, ехала, ну и увидела. Ясно. А не подскажешь, где именно офис? Ты вообще представляешь, какой я ужас не терпелась? Ирина Николаевна, вот отчет, который вы просили. Спасибо. Увидел, что девушка за рулем и бросился на капот. Голый. Совсем. Совсем. Глаза красные, бешеные, рожа вся перекошенная. Человеком. Я, между прочим, поговорить пришел. Да? Да. Вы когда меня на машине сбили, я за человеком бежал. Он у меня в квартиру залез. А я когда должна была узнать про квартиру, про человека, когда вы ко мне голый на капот прыгнули или когда вы дырку в лобовом стекле у меня сделали? Какую дырку? Да такую дырку, настоящую. Вот видите? Хорошо, хоть капот не помяли. Стоит новое лобовое стекло. Откройте. Ну, не столько, это много. Ну, там еще зашибка.
тебя ищу. Ты же попросил приехать. Следов взлома я не вижу. Замок открывали либо родным ключом, либо хорошим дубликатом. Что-то еще? Да нет. Собственно, это я хотел узнать. А из тебя, Игорь, хороший сыскарь получится. Это уже видно. Где видно-то? И вопрос правильный задал. Для сыскаря главное правильные вопросы задавать. Если замок открыли родным ключом, значит, замешан кто-то из своих. У кого есть этот ключ, верно? Да. Ладно. Вот еще. Мне Вика звонила. И что? Здравствуйте, Иван Петрович. Добрый день. Игорь, личное дело, когда сам этим занимаешься. А если проще помочь сотруднику в рабочее время, это уже не лично. Ты, Игорь, не запрещал мне говорить, куда мы едем? Да нет проблем. Ну, а что получилось? Мне можно идти, Виктория Сергеевна? Да. Тебя подвезу, может? Не нужно. У меня еще тут одно дело будет рядом. Ну, ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Это как-то связано с твоей мамой? Не знаю. Игорь, может, тебе это рассказать? Я чем-нибудь помогу, не только Смоленцев. Последний раз твоя личная. Это была встреча с Красивым. Потом мы всем отделом самоубийством разбирались. Это не самоубийство. Орловский умер. Доказательств никаких. Официально это самоубийство. Игорь, рассказывай. Я смогу дать профессиональный совет. У меня опыт, в конце концов. Ну, в общем, я разговаривал перед смертью с Орловским. Ему заплатили, чтобы он был красив. Ему с сыном деньги очень нужны. И те, кто предложил, знали. Кому предлагать? Орловский умирал. Кто заплатил? Не знаю, не успел сказать. Умер. А сегодня ночью около 3 ко мне пытались ломиться. Я услышал, погнался. Догнать не успел, даже не успел разглядеть, кто там был. Все. Смоленцев осмотрел замки, да? Да. Следов взлома нет. Понятно. И ключи ты, конечно, не терял. Я не терял. Еще что-то? Что там? Оказалось. Ты чего-то не договариваешь? Есть одна мысль. Мне надо съездить проверить. Разрешу, если поеду с тобой? Я сам справлюсь. Не забывай, что сейчас рабочий день. А я твой начальник. Так что едем вместе. И что здесь? Мои бывшие ключи от моего квартиры. Место? Собирались пожениться. Но, как сейчас понимаю, я ее не люблю. Но мне все равно. Надеюсь, ты ее не предупредил о разговоре? Нет, конечно. Она в этот салон ходит. Постоянно в одно и то же время, каждую неделю. Понятно. Кто это пришел? Здрасте. У тебя ключи от моей квартиры оставались. Где они? А где привет? Ты вчера была не особо приветлива. А это кто? Тебе не касается. Как это не касается? Нет, мы с ним жениться собирались, а меня это не касается. Мне же интересно, на кого ты меня променял. Капитан полиции Родионова? Да, вижу, что из полиции. Зарплата маленькая. Ой, а не хотите прическу сделать? Я угощаю. А мои-то спасибо. Где ключи от моей квартиры? Я не знаю, где твои ключи. Дома, наверное. Значит, поехали. Вот сейчас я все бросила и поехала. Вообще-то у меня свои планы. Простите, можно? Продолжайте, продолжайте. Спасибо. Слышь, ты, мне нужны ключи от моей квартиры и сейчас. Игорь, а то что? Арестуешь как Стаса? Только братика моего выпустили под подписку. Ой, а скоро еще и оправдают. Не забывай, что папа заплатил, вот отпустили. Нет, не виновен, Стас. Не виновен.
И я с тобой никуда не пойду. Так что свободен, мент. Послушай. Игорь, успокойся. Поехали. А я смотрю, тебе нравится, когда твой баба командует, да? Игорь, иди. Соколовский, ты тряпка! Номер новый, куплен в отставное лицо. Звонили с него только Симонову. Номер активен. А оператор локализует этот район. Жек, ты был у него дома? Сын один, мать, отец. Отец на работе, мать была дома. Ну, пришлось сказать. Ну, и сама Вика понимает, что из этого разговора вышло. Истерики, слезы. Понятно. Что, совсем ничего? Нет, мать точно ничего не знает. Все вещи дома, телефон тоже. А вышел за пивом и не вернулся. На 10 дней? Что, она в розыск не подала? Почему? Подала. И он действительно в розыске, мы же не проверяли. Вчетвером тут неделю провозимся. Пусть мажор начинает, а мы делами займемся. Позвони. Не понял. У тебя номер телефона этого есть. Вот и позвони на него. Не слышно. Гудки идут. Звони все время. Расходимся по территории. Кто-то что-то услышит, зовите. Где-то здесь. Телефон и паспорт. Мажор. Нет, можно уже, можно. Ковалев Денис Игоревич, местный. Все то же самое. Время и причина смерти. Похоже, опять обезвоживание. Ну, бред какой-то, а. Ну, гараж же не закрыт был. Ну, может, дверь после его смерти открыли, еще кто-то. Я смотрю двери. Если есть следы, что их закрывали, скажу. За нашими действиями, но руками ничего не трогаем. Ну, ясно. Жека, а Симонов где работал? Ты спрашивала матери? Программистом где-то, но она не знает, где именно. Понятно.
Скажите, а Ковалев жил один? Один. Я уже успел с соседями по-быстрому поговорить. Ничего особенного. Достаточно тихо. По ночам девушек не водил. Музыка иногда, а так все. Не трогай там ничего. Отпечатки. Ума, что ли, нет? Игорь, оставь все, как было. Арестуйте. Две одинаковых смерти. Двое умерших от обезвоживания при странных обстоятельствах. При этом Ковалев из гаражей несколько раз звонил Симонову в арендованную квартиру. Смоленцев что говорит? Гаражи никто не запирал. Я же говорю, бред какой-то. Замков нет. Если бы подпирали двери снаружи, остались бы следы. Следов нет. И Ковалев мог самостоятельно выйти из гаража. Как и Симонов с квартиры. Но вы этого не сделали. Если был бы один умерший от обезвоживания, можно было сказать, что с ума сошел. Но тут двое. Между ними никакой разницы. Но обоих телефоны с левыми номерами. И оба официально нигде не работают. Ну, мать Симонова сказала, что он работал где-то программистом. Не-не, она говорила, что сын так сказал. Программистом он мог работать, но только неофициально. Квартиру все видели. Соседи по подъезду видели там Симонова. Значит, он часто к Ковалеву ходил. Два программиста на Домника. В квартире зацепок никаких. Ладно, давайте по домам. Завтра подумаем о этом. Надь, подожди минутку. Не ревнуй, пожалуйста. Игорь, ты куда сейчас? Мне нужно заехать в хронист. Куда? Служба роли закончилась. Если что-то случится, звони мне сразу. Хорошо, позвоню. И лучше езжай домой. И не пей. Тебе сегодня так было для службы. Больше на это глаза закрывать не буду. Стараюсь. Не пить. Ты куда сейчас? Домой. А ты отдыхай. Это мое личное дело. Уважает? Не вопрос. До завтра. До завтра. Что? Да я все думаю, обернешься ты на него или нет. Я же просила тебя не ревновать. Очень сложно не ревновать. Научись. Проблемы сейчас. У него проблемы. Она создает другим. Сел, красавица.
Мы еще посмотрим. Вышли отсюда. Вышли. И кого выпускать сюда? Че, перешел на гирыч, да? Дальше на машине поедешь? Детей давить? Пошел ты. Не, я не пошел. Произвел изъятие героина. Не понятых. Молодец. И еще. У меня денег больше, чем у твоего пати. Никто тебя не вытащит. Я об этом позабочусь. Понял? Мстишь, брась? Нет. Ты сам себе мстишь. Герычем и убитыми детьми. Я никого не убивал. Ты сел, понял? Сейчас об этом подумай. Ты сел. Мент. Мусор. Ты ж первый об этом кричал. Мусор. На зону хочешь? Кто ж туда хочет, дружбан? Сядешь. Ну, не говори так. Если дело в этом, так я завяжу, клянусь. Я уже это слышал. У тебя есть один шанс сказать, куда сеструха твоя делала ключи от моей квартиры. Так выкинула она их. Так ты знаешь. Так при мне же выкинула. Вспылила, да выкинула. Клянусь. Знаешь, когда ты говоришь «клянусь», я точно знаю, что ты врешь. Рубан, не говори ты. Так что, мы про Герыч забыли? Да? Я правда еще не слышал. Держу. Это за дверь. А вот у парня не знал, как это было. Ошибся. Ты пишешь кому-то смс, а я даже спросить не могу. И я после этого ревнивый? Да я тебе ни одного повода не давала. Слушай, просто кому смс? Игорю. Обалдеть. Слушай, у него какие-то проблемы. Я хотела узнать, все ли в порядке. Дань, ты опять? Сейчас останусь, совсем поссоримся. Если ничего нет и не было. Не будет, не сказала. Да не, пожалуйста. С одним встречаешься, а другого в голове держишь, да?
разбудила? У тебя все в порядке? Это где сейчас? Ты что там делаешь? Муши, да, я извращенец. Какая тебе разница? Тебя все равно на видео нет. Хорошо, пускай меня это забудет. На. Заплачу я, не бойся. Не кину. Ты с ума сошел? Я не шучу. Серьезно. Короче, 1000 баксов земли. Я тебе обещаю. Записывай номер. Договорились. И кто это? Это свидетельница. И что она видела? Они с Ковалевым любили по вечерам виртуальным сексом бороться. Когда мы днем приезжали, я заметил, что веб-камера не выключена. Потом приехал сюда и проверил, с кем последним наш сухофрукт общался. Так, ну, во-первых, не сухофрукт, а человек. Ну, что дальше? Хорошо, человек Ковалев. Общались они с этой девушкой. Потом звонок в дверь. Вышел, зашел, поговорил по телефону, и все. Что нам дает этот свидетель? Запись. У нее осталась запись их разговора. Я договорился сегодня в 7 утра ее забрать. До 7 осталось недолго. Ну да. Ждем? Я думал, я один разучился спать по ночам. А у нас работа такая. Часто приходится до утра. Светает уже. Угу. Еще кофе? Нет, спасибо, хватит. А можно еще чашечку? Да, конечно. Спасибо. Что там насчет твоей мамы? Есть что-то новое? Ничего. После смерти Красивого не знаю, за что браться. Кого искать, где искать? Попробуй искать среди тех, кто был рядом с твоим отцом тогда. Да, он тогда новую жизнь начал. Новая жизнь, новая работа, новые друзья. Да я ничего не помню, маленький был. Всегда можно узнать, с кем он работал тогда. У него же была фирма своя? Крупная? Да. Должны остаться следы. Подумай об этом. Звонок? Еще раз, как он его назвал? Арнольд Викентич. Я прослушал 10 раз, и он говорит что-то вроде, что еще за Арнольд Викентич? Вот, еще немного слушает, ну и все, собственно. Все. Извини, все. Записи прерывали с той стороны. И телефон, кстати, тот же, что мы нашли при нем. Да я обратила внимание. Теперь осталось узнать, кто такой Арнольд Викентьевич. Имя, отчество редкие. Думаю, начать с интерната. Вдруг всплывет. Займись. Хорошо. Вика, а ты Даню куда отправила? Я с утра ему дозвониться не могу. Никуда не отправляла. Не знаю, где он. Странно. Просил передать Аркадию Викторовичу, что хочу с ним встретиться. А сколько? Спасибо большое.
Лен, твой приехал. Здрасте. Здрасте. А как машина? Вечером забираю. Угу. Извините, я все-таки должна спросить, это вас стреляли или... Меня. Вас, да? Хорошо. Ну, в смысле, плохо, но хорошо, что не меня. Ну, да. Послушайте, у вас есть видеорегистратор? Да. Но только запись я отдала в полицию, когда заявление писала. Только вас там плохо видно. Да? Да. Ну, в смысле, лицо плохо видно. Доброе утро. Доброе. Ты как раз вовремя. Нам пора выезжать. Помогла запись. Да? Интересная? Потом посмотришь. На записи Ковалев разговаривает по телефону с неким Арнольдом Викентьевичем. Имя редкое. Пробили по базе, нашелось только один. Действующий профессор психиатрии. Круто. А можем с тобой вдвоем поговорить? Что-то личное? Ну, так. Ну, если так, то давай при Жеке. В общем, сводки. Сексуальный маньяк — это я был. Я даже не сомневался. Что? Там ошибка была. Она уже забрала свое заявление. Но запись у нее с видеорегистратора осталась. Она отдала ее в другое отделение. Мне бы как-нибудь эту запись посмотреть. Зачем? Ну, зачем? Что это? Ну, той ночью ко мне не только забрались в квартиру, но и пытались стрелять в спину. Я сначала думал, что это месть Стаса. Но это может быть кто-то еще. И этот кто-то, возможно, есть на записи видеорегистратора. Почему сразу не сказал? Ну, не хотел грузить своими проблемами. Покушение на убийство сотрудника полиции, ты это понимаешь? Теперь это наша общая проблема. Ладно, поехали, куда собирались? С этим. В сейф. Будем думать, как разговор устроить. Доказательств нас, мягко говоря, мало. Прямо в лоб. Один из этих двух выжил, дал показания. Вот и все. А он скажет, а кто такой этот выживший? Да мы извинимся и уйдем. Я других вариантов не вижу. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, где нам найти профессора Добролюбова Арнольда Викентьевича? А, так вот же он, который лысенький, в очках. Спасибо. Угу. Пожалуйста. Любов Арнольд Викентьевич. Коллега, давайте поговорим позже. Да, он самый. А с кем имею честь? Капитан полиции Родионова. Это мои коллеги Соколовский и Веленов. Ну и чем могу? Ковалев жив. Как вы сказали? Один из парней в гараже выжил и дал показания. Я арестован. Чистосердечное признание может облегчить вашу вину. Ну, они сами виноваты. Их наняли делать компьютерную сеть. А они узнали номера кредитных карточек моей и других порядочных людей. Но, одним словом, мы очень много потеряли. Очень много. Вернуть деньги было невозможно, доказать их вину. Тоже. Они просто смеялись над нами.
Как они умерли? Они. Да? Они оба умерли. От обезвоживания. Как же вы меня просто провели. Так умерли. Значит, все было не зря. Я владею техникой внушения, гипнозом. Было ключевое слово, и они оказались полностью под моей властью. Как они услышали это слово? Телефон? Да. Каждому из них я дал по телефону. Я велел им одному снять квартиру, другому отправиться в отдаленные гаражи. Я им внушил не выходить из дому. Потому что за дверью их ждет смерть. Есть пить тоже нельзя. Еда отравлена. Они умерли от страха. А, скажите, зачем они перезванивались? Я хотел, чтобы они знали, что другому так же плохо. Так страшнее. Вы жестокий. Слушайте, с виду типичный маньяк. А ты что, ей денег дал, чтобы она заявление забрала? Вика, я могу перемотать? Нет, смотри внимательно. Смотрите, у подъезда. Стоп. Далеко лица не видно, конечно. А дальше? Все. Да, товарищ подполковник. Нет, не знаю. А что с королем? Да, хорошо. Что-то с Даней? Пока не знаю. Ну и что мне с этим делать? А сделайте мне копию. Можно? Сделайте, Иван Петрович. Выпустишь? Сегодня закончил. Пойдем посидим где-нибудь в туалете. Да я бы не хотел отнимать ваше время. Ну так что у тебя там был за вопрос? Вы не знаете, что случилось с моей мамой. Разве он тебе не сказал? Нет. Она вскрыла себе вены, Игорь. Это я знаю. Я хотел узнать, почему. Да кто его знает, почему?
Говорят, была какая-то записка. А может, я что-то путаю. Столько времени прошло. Она, скорее всего, она просто устала. От постоянных измен твоего отца.